Добрый день, друзья! Мир сотрясается от обрушившегося на него коронавируса COVID-19. Удивительно и довольно странно то, что этот новый штамм коронавируса, возникший в китайском городе Ухань, отчего-то ограничился территорией одного города в самой густонаселенной стране мира. Вдобавок, именно город Ухань недавно привлек около 50 французских инвестиционных компаний, которые внесли более трети всех инвестиций Франции в Китай. Ни столица Пекин, ни близлежащие от Ухани города Чинчжоу, Шанхай, Фуджоу и ряд других от вируса не пострадали. Во все страны проник вирус, даже в Африку, хотя было предположение, что вирус погибает при температуре выше 26 градусов. Оказалось, нет. Вирус охватил и продолжает охватывать новые территории, только не китайские города. О вирусе COVID-19 заявила уже Северная Корея и Россия, отрицавшие менее месяца назад о его наличии в их странах. Взгляните, что происходит на арене мирового рынка, обрушенного с появлением этой пандемии. Рынок и экономика благополучных и богатых стран Европы и Америки рухнули. А Китай? Китай не только устоял, но и отлично заработал на биржах, скупив обесценившиеся акции и активы. Выходит, от этой пандемии Китай только выиграл. Экономика Китая устояла даже в разы и приумножила капитал за короткий срок. Скупленное по низким ценам, Китай начал продавать оказавшимся в бедственном положении все по завышенным, а скорее по замыслу Китая. Разве секрет, что Китай, перенаселенный до предела, давным-давно вынашивает планы господства и захвата территорий? Может ли Китай рассчитывать на победу в схватке с великой державой США, с ее самой боеспособной армией в мире? Однозначно нет. Однако существует другое оружие массового поражения – биологическое. Согласно Женевскому протоколу, оно было запрещено в 1925 году. Биологическое оружие – это использование болезнетворных свойств патогенных микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Применяется в виде различных боеприпасов. Для его снаряжения используются некоторые виды бактерий и вирусов, возбуждающие инфекционные заболевания и принимающие вид эпидемий. Оно предназначено для поражения людей, сельскохозяйственных растений и животных, а также для заражения продовольствия и источников воды. Для разновидности биологического оружия используют насекомых, а еще есть существует генетическое оружие для избирательного поражения населения по расовому, этническому, половому или иному генетически обусловленному признаку. Применяют биологическое оружие как с помощью военной техники, так и с помощью авиации, так и диверсионными методами. Для распространения инфекционных заболеваний достаточно оставить зараженные предметы обихода, одежду, продукты, сигареты, ну и так далее. Произойдет прямой контакт с зараженными предметами. Биологическое оружие применяли еще в Древнем Риме, перебрасывая трупы умерших от чумы за крепостные стены, вызывая эпидемию. В XIV веке это повторил хан Джанибек после неудачной попытки захватить город Кафа. Это современная Феодосия. Так чума попала в Европу вместе с бежавшими из Кафы купцами. В XVIII веке английские военные переслали осаждавших их индейцам одеяло, зараженное возбудителем оспы. В 1942 году Великобритания в войне с Германией заразила спорами сибирской язвы остров Грюинард. 49 лет остров пребывал в карантине, и лишь в 1990 году был объявлен очищенным. С 1939 по 1945 год Япония применяла искусственно вызванную чуму в боевых операциях Монголии, Кореи и Китая. Введение биологической войны Японской империи было доказано после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Но Япония лишь в 2002 году официально признала свое преступление. Советское командование при подготовке контрнаступления под Сталинградом использовало эпидемию туляремии, при которой заболевший солдат не боеспособен по причине высокой температуры и очень сильной слабости. Из-за эпидемии поля с пшеницей между Доном и Волгой оставались нежатыми, зато грызуны размножились катастрофически. Советским военным заранее сделали прививки от туляремии. В 1979 году в лаборатории Свердловск-19 произошла утечка эпидемии сибирской язвы.
Ельцин приравнял Свердловскую аварию к Чернобыльской, признал ответственность военных бактериологов за гибель невинных людей. При поражении бактериальными или вирусными средствами заболевание наступает не сразу, лишь после инкубационного периода, в течение которого заболевание не проявляет себя внешними признаками, а пораженный не теряет своей работоспособности. Установить факт применения бактериальных средств и определить вид возбудителя достаточно трудно, поскольку ни микробы, ни токсины не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, а эффект их действия может проявиться лишь через большой промежуток времени. Обнаружение бактерий и вирусов возможно только путем проведения специальных лабораторных исследований, но на это требуется достаточное время, поэтому оказывать своевременную помощь и лечение очень сложно. Если взглянуть на ситуацию в Ухани, то та подготовленность и та оперативность реагирования вызывает больше вопросов, нежели восторга. Столь идеальная подготовка и медицинского оборудования, и медперсонала, и медикаментов, и спецодежды, молниеносное возведение боксов и профильных госпиталей. А на складах в Ухани находится не только требуемый материал для построек, сборки и подключения водопроводной, канализационной сетей, но и квалифицированный персонал. Точно все проходило по заранее спланированному сценарию. Вдобавок, все говорит о том, что у Китая была заранее подготовлена вакцина против этого штамма вируса. Иначе как объяснить нераспространение вируса в самом Китае? А если вспомнить книгу «Неограниченный warfare», написанную отставным генералом-майором Народно-освободительной армии ВВС Тян Лян, в соавторстве с Ван Хианши в 1999 году, то в ней как раз идет речь о биологической войне и уничтожении Америки, и не Америки в целом. Кстати, книгу можно приобрести на Amazon и сейчас. Так что, скорее всего, вынашиваемые Китаем планы воплотились в жизнь, а вернее загубили жизнь сотни тысяч людей, обрушили экономику развитых и успешных стран. Китай породил хаос, горе и нищету на планете, начав с Европы, Италии, Испании и остальных городов, стран. Сейчас, когда Европа и Америка практически парализованы, Китай лихо ведет бизнес, продает медоборудование, маски, защитные костюмы. Кстати, Чехия их закупила, но, как оказалось, вся эта продукция не соответствует должному качеству. Надеюсь, американские ученые и ученые других стран объединятся и смогут доказать причастность Китая к этому преступлению. Против Китая следует подать иск в Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за совершенные преступления против человечества нашей планеты. Нисколько не удивлюсь, если скроется факт того, что создавший штамп нового коронавируса COVID-19 уже убит спецслужбами, дабы информация не была обнародована. Один из китайских врачей, работая в Ухане, уже высказал свое мнение, что этот вирус, скорее всего, был создан искусственным путем. После его высказывания его нашли мертвым. Я уверена, что в ближайшие сроки правда происхождения вируса всплывет, и тогда столь быстро обогатившийся на чужом горе Китай пострадает и очень сильно. Быстро заработанные активы его не спасут. Китай развязал войну.